За период последних 12 лет, это можно тоже посмотреть, запасы спиртов в Европе с 780 миллионов гектолитров уменьшились до 320. Потому что Украина, импортный завоз спиртов, это 92%. Россия, та же ситуация. Добавилась к этой ситуации еще и Беларусь. Потихоньку занимается завозом спиртов для розлива коньяковой бренди Казахстан. 4 апреля 2008 года кончилось субсидирование. Какие-то запасы были в Европе, которые получили субсидии еще за перекурку. И вот за годик, полтора, ситуация выровнялась. Сегодня вопрос стоит о другом, о возможности украинских компаний, перекуривая спирты, продавать их туда. Сегодня справедливая цена будет сама формироваться на рынке. Можно сегодня посмотреть динамику цен европейскую и убедиться в этом. Это один момент. Второй момент. Почему так долго обсуждалось и вводить, не вводить? Элементы контроля. Давайте с вами подумаем о первое. Вводим мы, допустим, гипотетически эту норму. Как мы ее будем контролировать? Это будет в системе готовой продукции, то есть бутылизированной, или в системе общих запасов, хранящихся на выдержке, конкретно по позициям 3, 4, 5 и так далее, или это будет касаться к общему объему, общий объем перекурено. Это один из вопросов, до сих пор не решенный. Почему? Потому что дальше возникает вопрос, а аутентичность вот этих 10%, а кто судья? У нас есть сегодня институт, который имеет полномочия, который функционирует и которому все доверяют. Скажите, какой? Который действительно сказал, мы вводим эту норму, но мы хотим, ну как любой покупатель, он главенствующее лицо на рынке, он вправе задать вопрос, а я хочу убедиться. И кто будет этим институтом, которому все доверяли, которого были полномочия? Если мы говорим о Европе, вопросов нет. Три составляющих, как говорят, три основных. Да, как в истории говорили. Там есть профессиональные ассоциации, которые поддерживают контакты с лабораториями, которые занимаются исследованием, аутентичностью, разрешением споров и в какой-то мере арбитражностью. Есть смешанные лаборатории, где есть частичка государства, вложенная, и есть вложенные деньги компаний с такими же функциями. И есть чисто приватные, которые работают с делегированными полномочиями. Поэтому там этот институт, он работает. И там любой потребитель вправе, при чувстве какого-то неудовлетворения или обмана, отнесет, ему все сделают, аналитику. Ясно, что аналитика платная. Но это аналитика, которой все доверяют. Поэтому сегодня вот эта вот норма, она будет связана с одним. Нужно будет подтвердить, аутентичен ли этот продукт. А вообще нам нужно в виноделии вспомнить, наверное, то, что касалось лауреатов Нобелевских премий, таких как Василий Леонтьев. Балансы. Понимаете, у нас интересная ситуация складывается. Мы выращиваем определенное количество винограда, а после этого получаем определенное количество разного типа вин по направлениям. Шампанское, марочное, столовое, конечные материалы. И когда потом мы смотрим общий итог, у нас получается странное. То ли это какая-то специфика украинского виноделия о том, что цифры не совпадают, балансов нету. Ну, как пример, давайте возьмем такое. Вот мы сейчас можем посмотреть любой магазин, специализированный или супермаркет, вина. И возьмем количество белых вин и красных вин. У нас красных сортов винограда аж 8-9% к объему. На прилавке будет чуть ли не половина. Это один аспект. Второй аспект. Если сложить объемы вина, которые декларируются, и объемы сырья, которые переработаны,
то получится, что у нас средний урожай на сегодня европейского уровня, почти 90 центнеров с гектара. А если мы возьмем в пересчете на гектары плодоносящие, то у нас чего-то получается 38. И вот здесь любой человек здравомыслящий, он по идее должен задуматься, откуда все это берется. Еще в советское время такое проходили. Я не буду говорить о республиках, когда там добивались миллион тонн винограда, и потом распределялось это по всему Союзу, и потом вдруг это вино оказывалось не подлежит даже обработкам, оно начинало портиться и так далее. Было и такое, но там это все было тогда под жестким контролем административным. И что потом делалось, я тоже не хотел бы, это история. Может быть, кто-то об этом когда-то скажет. И теперь получается и у нас. Еще один пример привожу. Этот год, весна, после прошедшей зимы, все кричат, вымерзли виноградники. Вспомните, пресса не даст нам это забыть. Нам всегда об этом напомнят. И говорили, ну, конец виноградарства украинского. По идее, ну, вымерзли, значит, объем-то должен быть меньше. Но у нас опять-таки, я думаю, нужно... Вот этот год его задекларировать и запатентовать, а также подать заявку на получение Нобелевской премии в части развития виноградарства. Когда вымершие многолетние виноградники дают урожай больше, чем существовавшие. Таким образом, можно прийти даже к такому, как казалось бы, парадоксальному выводу, что можно и в Чернигове посадить виноградники, пусть они вымерзают, но при этом они будут давать большую урожайность. Вот это у нас произошло в этом году. А теперь давайте задумаемся к объему выпущенных, опять-таки к балансам приходим, к объему выпущенных коньяков на Украине, к объему переработанного винограда, к объему винограда, пошедшего на перекурку. А какое сегодня хозяйство в состоянии при наличии импорта 90% составляющей подтвердить для всей группы ординарных коньяков эти 25%? Я вам уверяю, я готов пари держать. Никакое. Это блеф. И блеф, который связан, я бы так сказал, с попыткой передела рынка. Сегодня не нужна эта составляющая. Она экономически себя изжила, потому что Европа отменила субсидирование. Сегодня реальная рыночная цена, которая дает Украине возможность быть конкурентом вот здесь. Потому что тогда это было связано с тем, что мы имели 1% сбор, мы развивали виноградники, виноград начинал плодоносить, объемы начинали давать эти виноградники новые. А продажная цена сырья была копеечная. И все кричали, любое совещание, которое проводилось, будь то в кабинете министров, будь то на уровне МинАПК, все говорили о чем? О справедливой цене. То, что сегодня модно говорить по рынку газа, то тогда говорилось. Все говорили, что не можем мы вложиться в свою себестоимость. Сегодня фреш Европа, то есть свежайшая перекурка, сегодня на сегодня. Она уже в районе 4 евро. Великолепнейшая цена. Я поддерживаю контакты с моими коллегами виноделами. То они мне звонят, то я им звоню. Я им говорю, ребят, я вас прошу, не бросайте виноградники. Многие просто разочаровались и говорят, мы будем потихоньку сворачивать площади, нам не нужно это ни поддержка. Я говорю, не сворачивайтесь. Ситуация разворачивается в вашу сторону, как говорят финансисты. Тренд такой развернулся, что вы сегодня будете востребованы. Второй вопрос, а каким образом мы получим 3-4-5-летние, как нефтяники, газовики, системой замещения. Здесь отдадим фреш, там получим выдержанные с какой-то доплатой. Это не секрет, и не думаю, что кто-то об этом не думал. 3 800 000 декалитров или 700, ну, наверное, в этом году будет где-то 700, это разлитого в Украине коньяка. Умножаем на крепость 0,4. Получаем 1 200 000 декалитров абсолютного алкоголя. Берем от этого 1 200 000 абсолютного алкоголя, берем эти 10% собственных. Это получается 120 000 декалитров абсолютного алкоголя. Нужно иметь собственной составляющей. Берем 250 000 тонн винограда.
отнимаем шампанское, вина, берем перекуренное и получаем блеф. Мы блеф полный получаем. Нету этого объема ни у кого. Ни у кого. И, таким, и мало того, и нету подтверждения аутентичности этих спиртов, отечественного сырья и определенного качества. Опять-таки, кто судья будет? Я одно время, это было очень давно, еще Леонид Данилович был президентом, и в Радинацбеспеке считали примерный уровень тинизации отечественного рынка в части крепкого алкоголя. Но цифры тогда были интересные, я чую, они мне до сих пор в памяти. У нас парфюмерии в 200-литровых бочках тогда выпускалось больше, чем чуть ли не французы всеми своими ведущими компаниями. И такое было впечатление, что утром у нас все занимаются не моржеванием, а окатывают себя ведерком. Ну, тогда был русский, Шипр, потом Лес, Тополь, Табак. Вот такое впечатление, что с утра окатился и целый день в великолепном настроении. Во-первых, и все рядом тебя ощущают. Это было такое. Второй элемент, когда мы тогда просчитывали, у нас жидкости для омывания стекол, в том числе для автомобилей, в 4 раза было больше на один автомобиль выпускало, чем в Финляндии, в северной стране. Ну и там многие другие, касаемо зеленки. Тоже зеленки у нас было столько, что ну, просто невероятно можно было ноги в ней парить. Проходили мы такой этап в стране, ликвидировали это, ушли, навели более-менее нормальный порядок. Точно так же и здесь государство, в конце концов, и участники рынка заинтересованы. А особенно должны быть заинтересованы, и это от них должен быть голос, те, кто выращивает виноград. Они самые сегодня, будем говорить, ущемленные в части получения дохода. Вот для них это важно. И я бы хотел, пользуясь этим случаем, к нашим виноградарям обратиться. Тренд хороший развернулся. Украинское сегодня сырье может быть очень конкурентоспособным. По одной простой причине. Потому что если сегодня сравнивать средневзвешенную цену белых сортов винограда, идущих на переработку в Европе, то сегодня можно сказать, что наш виноград для технически, для производства того же конечного спирта может быть реализован по цене 3,50, 3,80, 4 гривны. Легко. А у нас цена не выходила за 2,70, 2,80, 3 с чем-то. Все. А сегодня уже есть возможность это сделать. И таким образом мы перестанем дискредитировать и тот однопроцентный сбор, в конце концов. Ну, по миллиарду денег там бухаем, бухаем, бухаем. Человеком движет наживо, страх и надежда. Вы скажите, ну, страх это с перепугу производительности никакой не будет. Все равно будет пытаться сделать, в зависимости от уровня наказания. Надежда это ну, те, кто уж слишком всему доверяют, будут с надеждой. А мотивация основная вот здесь, сегодня она экономическая. Она сегодня экономическая, даже без этой нормы. Норма своя была, вот эта вот, должна была быть введена лет 7-8 тому назад, когда субсидировалась Европа. И вот когда сегодня говорят о конкурентных рынках, то я думаю, что, может быть, для нас важно, для украинского сельхозпроизводителя даже больше отмена поддержки там. Мы здесь конкурентные будем. Мы еще, ну как бы сказать, такое украинское высказывание, дурни до праці. Нам еще интересно много работы. Там более-менее спокойная ситуация. И вот если там уровни поддержки будут меньше, то у нас многие сегменты украинского аграрного рынка будут крайне конкурентны. На многих рынках. Вот может быть за это стоит бороться. Кстати говоря, Бразилия так борется. Требуют отмены, и американцы в этом плане тоже через систему ВТО требуют отмены поддержек по одной простой причине. Европа имеет очень мощные такие многоуровневые поддержки. И все это тоже прекрасно понимают. Но Европа их уменьшает 2-3%, то есть растягивая это удовольствие во времени. А для нас было бы интересно. Вот случилось это по виноделию. Это, кстати говоря, один из факторов, который мы можем взять на вооружение.
там снята поддержка. Там же были еще вдобавок реституционные фонды. Что такое реституционный фонд в поддержку экспорта? Вы производитель вина. И вы в Брюссель делаете заявку. Я 10 миллионов декалитров экспортирую вина в страны СНГ. Вам к экспортной цене компенсация была еще от 28 до 32%. Нормально? Нормально. Вы скажите, если бы нашим такое сделали, точно бы до Антарктиды алкоголь возили. При такой мощной поддержке, которая была по реституционным фондам. И эти объемы Европа резко сократила. Сократила объем субсидий для перекурок, на нет свела. Потому что Европейский Союз уже стало не 8, не 12, а 20 стран. А винодельческих крупных стран там 4, а котел один, а каждый имеет право одного голоса. Вот так и проголосовали. Мясо, молоко поддержки есть, там определенные другие виды. А невзирая на то, что Франция мощная, Италия мощная, Испания мощная, Германия мощная виноделие, сказали, извините, вас мало. И, кстати, когда сталкиваюсь с европейцами там, они говорят, да, вот пересилили нас. Они сами это признают. Рассчитывали на поддержку, но не получилось. Ну, таковы правила Евросоюза.